И еще об одной благотворительной акции. В преддверии Рождества Христова, праздника любви и милосердия, социальная служба Свято-Успенского храма Славянского благочиния сообщает о проведении благотворительной акции «Рождественское чудо». С 19 декабря по 6 января принимаются пожертвования и подарки детям-инвалидам и детям из многодетных и малоимущих семей. Для них будет организовано рождественское представление и адресная помощь. Боксы для пожертвований расположены в Свято-Успенском и Свято-Пантелеймоновском храмах, магазинах «Рубин» и «Теплодар». Также в Свято-Успенском храме принимаются подарки для детей – игрушки, канцелярские товары, детская одежда, обувь. Всю интересующую информацию можно получить здесь же, в храме, или по телефону 918 37 42 434.